Элита, город Киров. Здесь вот написано натуральная кожа, даже голос написан. Есть артикул, кому понравится правила ухода. Так, ну и куплен вот такой портфельчик. То есть, с такой кожи, коричневого цвета, даже есть ключ для замка, только непонятно зачем. Если захотят, все порежут при желании, вот так, для собственного успокоения. С обратной стороны есть большой карман. Так, есть специальное крепление для ремня наплечного. Так, с нижней части специальные ножки для установки их на каких-то поверхностях, чтобы кожа не перетянулась. Так, ну и с другой стороны также есть крепление. Единственное, напрягает тип крепления. То есть может выпасть из этих вот отверстий 24, которые крепятся. Просто по опыту прошлой сумки, там была не столь массивная, конечно, петелька, тип конструкции точно такой же был. То есть через 2 месяца начал выпадать до 4, а где-то через 3 месяца уже из-за того, что часто нажимали, сломалась сама петля вот эта вот, которая держит ремень. Ну, благо, русский народ запасливый, и есть более надежный тип крепления, так что если в случае чего, можно будет закрепить. Так, открывается таким вот образом. Здесь внутри есть отделение для мелочевки. Единственный отрицательный момент, лучше, конечно, была здесь какая-нибудь нашивка под ручки. Еще чего-нибудь под ручки, там маленькие кармашки, всякую мелочевку. И здесь карман. То есть, если выход с положения, вот сюда надо цеплять. Дальше. Здесь есть карман. Единственное, они все большие. То есть по глубине портфеля. Дальше здесь есть карман. Да, еще минус производителя, что не то силикогеля пакетика. На всякий случай. Но то же самое, выходим в положение. То есть есть собственные запасы. Здесь тоже карман на полную длину. Так, ну и крайний карман. Сразу же хочу сказать, что листы А4 формата без проблем помещаются. То есть места достаточно много. То есть, ну и конструкция по себе будет надежна. А вот и ремень. То есть, крепление, стандартный карабинчик. Чтобы ластик, причем удачно сделанный, то есть он не будет спадать, а строго крепится, держится. Так, ну и закрепляем.
рекомендую брать. Ну и цена тоже, раз российское производство, невысокое. Кожа почему такая мягкая и не гладкая. Вот. Так, ну, всем спасибо за внимание.